Знаете ли вы о Тане Гроттер? В мире магов нет никого, кто бы не знал о девочке, победившей ту, кого нет. Значит, не знаете? Ну что ж, тогда слушайте. Однажды утром депутат и владелец фирмы «Носки секонд-хенд» Герман Дурнев обнаружил перед дверью своей квартиры подкинутого младенца, лежащего в футляре контрабаса. Этим младенцем оказалась его троюродная племянница Таня Гроттер, оставшаяся сиротой после гибели родителей. 10 лет Таня жила в доме своих родственников, не подозревая о том, что ее родители были настоящими волшебниками, и что ей самой предстоит в будущем учиться в школе магии. Баб-Ягун, ставший впоследствии одним из ее лучших друзей, по просьбе академика Сарданапала показал Тане дорогу в волшебный замок Тибидохс. В Тибидохсе Таня познакомилась с такими же юными волшебниками, как и она, и начала изучать различные магические предметы. Попала в сборную Тибидохса по любимой игре всех магов — Драконболу. И, конечно же, попала в водоворот интересных событий и тайн, расследуя которые, столкнулась лицом к лицу с черной волшебницей Чумой Дель Торт, желавшей выпустить на свободу хаос и поработить мир. Тане удалось победить Чумиху, выпустив на волю титанов, но те при этом разнесли пол Тибидохса. Пока Тибидохс отстраивался, ученики были отправлены по домам. Но вот пришел вызов. Таня возвращается в Тибидохс. Что ждет ее впереди? Наконец-то дома!